Лабораторная работа номер два. Определение влажности грунта методом высушивания до постоянной массы. Определим массу керамической чаши. Данное значение занесем в отчет. В чашу насыпем 50-70 грамм грунта. И добавим 5-10 грамм воды с помощью шприца. Полученную массу также внесем в отчет. При помощи ложки перемешаем до однородной массы. Далее перейдем к канализатору. Возьмем держатель и установим в него металлическую тарелку. Откроем крышку анализатора и поставим в него держатель. При закрытии крышки анализатора произойдет обнуление массы тарелки. Далее поместим на тарелку влажный грунт. При закрытии крышки начнется автоматическое высушивание влажного грунта. По окончании высушивания анализатор издает звуковой сигнал и окрашивает экран. Полученную массу также необходимо занести в отчет. То есть открываем крышку, вынимаем держатель, высушенный грунт с тарелки скидываем в другую чашу. Далее устанавливаем тарелку обратно в держатель. Держатель ставим в анализатор и закрываем крышку. Необходимо провести высушивание еще одной пробы грунта. Пробу берем из того же подготовленного увлажненного грунта. Не забываем записывать массы влажного грунта, который мы поместили на тарелку. То есть опускаем крышку. И также происходит высушивание грунта. Полученную массу высушенного грунта также необходимо занести в отчет.